Усталые игрушки, книжки спят, одеяло и подушки вдруг перебят. Даже сказка спрашивается. Неотложный пункт добрых дел. Колобок, оборода. Так. Угу. Так. О. Ясно. Заявка принята. Следствие проведем. С этой минуты можете спать спокойно. Чем-то взволнованы. Как вы догадались? У вас пальто наизнанку, а на голове горшок кашпо. Разрешите? Вы были на Лебедином озере? Нет, я ощипывала курицу. Ага. Так, что у нас стряслось? Гражданка Петрова, у меня похитили ребенка, внука, дошкольника. Дошкольника? А кому нужен? Как кому? Такой ребенок всем нужен. Гениальный мальчик, будущий ученый, Эйнштейн, тысячи научных открытий. Утечка мозгов. Я думаю, шеф, это дело рук банды двоечников. Так, положите на бел пл на гор кл 6 котлет, 3 пакета молока и 1 вилку. Иначе вашему ребенку будет пл. Шеф, я знаю, что такое бл пл на гор кл. Что это? Белая плита на городском кладбище. Это могильная плита. Гражданка Петрова, не паникуйте в учреждении. Что у вас в сумках? Котлеты и молоко. А здесь куриный бульон для Мишеньки. Так, мы раскроем это сложное и невозможное дело. Идите, идите домой и ждите. Продукты оставьте для экспертизы. Булочкин, займись. Есть. Аппарат Колобка у аппарата. У нас во дворе какие-то варвары в футбол играют. Не дают белье сушить. Оградите от этих захватчиков и пылильщиков. Оградите, пожалуйста. Оградим, оградим. Белье обнесем колючей проволокой или обсадим крапивой. У нас во дворе бабушки столбы вкопали. Просто не сушат. Да. Нам в футбол играть негде. Совсем негде играть. Примите меры. Так, так, так. Примем. Так, ночью столбы спилим. Так. Нет, не так. Запиши в дежурную тетрадь. Навести мосты. Старушек привлечь к футболу. Молодежь к стирке белья. Это надо записать. Так, так, похищение ребенка.
похищение и котлетовымогательство. Как это произошло? Шеф, у меня есть версия. Давай. Мальчик вышел погулять на кладбище, собирать цветочки и ягодки. За ним следят из засады. Подается сигнал, и совершается похищение. Прошу доверить мне самый опасный участок. Эх, Булочкин, молодой ты еще, свежеиспеченный, а я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, побывал в зубах у уголовщины. Ладно, следствие поведем двумя путями. Я выхожу на научный поиск дошкольника. Тебе, Булочкин, поручаю врагов. Есть! Пройдешь по всем местам, где бывал похищенный, от будильника до спокойной ночи, малыши. Вопросы есть? Вопросов нет. Сверим часы. Сверим. Здесь 6 котлет и 1 вилка. Значит, похитителей 6. Вилка для главаря. Прибыл на место проживания объекта. Гражданка Петрова настаивает на укладывании в дошкольную кровать. Производить укладывание? Производить. Спи, моя радость, усни. В доме погасли огни. Птички умолкли в саду. Рыбки уснули в пруду. Гражданка Петрова, вы не можете уточнить, в какое именно время в саду умолкли птички? В 21:00. Почему 3 пакета молока? Ну, почему 3? 1 человек может сразу съесть 2 котлеты. Значит, преступников 6 поделить на 2. 3. Вот, вот почему 3 пакета. Ключ в этих пакетах. Алло, у нас на чердаке кошка поселилась. Мяучит весь день какую-то цыганщину. А мы с внучкой Бетховена разучиваем. Примите меры. Примем. Кошку поймаем и переучим. Будет мяукать Бетховена. Могли его похитить оттуда, из сквера. Оттуда не могли, там одни пенсионеры отобьют. Если я съел 3 котлеты,
Значит, и преступники могли съесть по три. Значит, их двое. Круг сужается. Но почему одна вилка? Шеф, шеф, у меня версия. Мальчик вышел на кладбище поиграть на арфе. За ним следят из засады. Подается сигнал. И совершается похищение. Подходы простреливаются? Места для посадки вертолета имеются? Почему вилка одна? Следствие зашло в тупик. Положите на белый платок на клумбе. А где бывает клумбы? О, следствие вышло из тупика. Вы очень взволнованы. Как вы догадались? На вас лица нет, а на ногах ласты. Ой, шеф, у меня версия. А был ли мальчик? Может, никакого мальчика-то и не было? Потому что такой режим не может выдержать никто. Нет, мальчик был и есть. Пропал! Пропал! Его тоже похитили. Спасайся, кто может. Люди пропадают. Скоро нас всех украдут. Гражданка Петрова, никто у нас не пропадает, и ничто. Все только находится. И ваш Миша найдется. Вы знаете, где он? Подозреваю. Так, будем брать. Вперед на кладбище. Я с вами. Нет, вам еще рано. Ждите здесь. Вперед. У меня вопрос. Если встретится привидение, будем задерживать? Конечно. Закон для всех один. Здесь. Ты раскладываешь продукты вон там, на клумбе у памятника. Ага. И ждешь в засаде. А я пойду в обход. Понял? Понял.
любители теста, руки вверх, не с места. Вы задержанный, гражданин объект. Гражданка Петрова, нажмите левую клавишу. Будем производить опознание. Ваш ребенок. Мой! Сейчас мы его доставим. Сбежал. Я ночей не спала, котлеты готовила. Английский язык наизусть выучила. Вся моя молодость прошла в песочнице. Я не расставалась с ним ни на минуту, а он сбежал. Это все влияние улицы. Ну, как будем наказывать дошкольника? Посадить за стол и заставить съесть все котлеты, которые я утром пожарила. Нет, 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 это не надо, это ни к чему. Тем более, что котлеты, они уже... Шеф, котлеты будут подшиты к делу. Да. Шеф, так как будем наказывать? Как? Пусть постоит в углу. Есть. Пройдите в угол предварительного заключения. Я с ним. Ну что же, они оба заслужили. Пусть постоят. Ребята, если у вас произошел какой-нибудь таинственный случай, пишите нам, мы расследуем. Пусть порою грозит нам опасность, и стреляют враги каждый миг. Мы работаем и вносим ясность в этот сложный, запутанный мир. Для порядка скажем кратко, у загадки есть отгадка. На вопрос найдем ответ, лишь бы нам напасть на след. Вместе с нами детей миллионы, и никто из них не одинок. Берегитесь, враги и шпионы, трудный поиск ведет Колобок. Для порядка скажем кратко, у загадки есть отгадка. На вопрос найдем ответ, лишь бы нам напасть на след.